На этом видеоуроке мы посмотрим, как можно создать страницу карта сайта. Идем в раздел «Страницы», добавляем новую, пишем название страницы, карта сайта, и справа в настройках в разделе «Шаблон» выбираем «Sitemap», «Карта сайта». Ну и, предположим, порядок проставим 9. Жмем на кнопку «Опубликовать». Идем в лицевую часть, перезагружаем наш сайт. И мы видим, что у нас появилась страница под названием «Карта сайта». Жмем и наблюдаем, что у нас эта страница создана. Но так как у нас пока на сайте материалов мало, тем не менее карта сайта отражает вот эти данные. Данные страницы, категории, сообщений блога, которые в данном случае у нас пока всего лишь два, и портфолио, которое мы создавали ранее. Вот таким очень простым способом можно создать карту сайта в теме Striking WordPress. С вами был Сигдей Том.